Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь, нередко они становятся основным источником информации. Мы решили использовать все преимущества интернета в рубрике «Лайфсеть». Я Александр Авазов. Сегодня в выпуске. Канатная дорога появится к чемпионату мира по футболу 2018. Человек-змея едет в Ростов. В Ростове откроют канатную дорогу через Дон к чемпионату мира по футболу 2018 года. Канатка может стать видом общественного транспорта для людей, которые работают в промзоне. Нужно разгрузить центральные улицы, правила парковки ужесточить и одновременно организовать места для стоянок. На второстепенных улицах в центре есть брошенные аварийные дома. Муниципалитету нужно выкупать эти участки и делать там парковки. Это одно из решений, заявил губернатор. Также планируется благоустройство исторического центра Южной столицы. Вот как ростовчане отреагировали на данную новость. Надо канатку из Батайска тянуть, чтобы народ вовремя до работы добирался, а не стоял в пробках. Бред! Опыт убытков от канатной дороги у Нижнего Новгорода тоже будем перенимать. Там ей мало кто пользуется. Власти берут кредиты для ее обслуживания. Из Ростова прямо нью-васики хотят сделать. Голова кружится от перспектив. Притворился на работе, что заболел, чтобы домой отпустили. И так вошел в роль, что даже домой приехал в образе. Агентство PRT выяснило, какие соцсети в России и в Ростове в частности пользуются наибольшей популярностью. Более чем 3/4 россиян считают себя активными пользователями соцсетей. Практически у всех есть аккаунт ВКонтакте, а у половины в Фейсбуке. Что касается Ростова, 84% пользуются Контактом. Далее идут Одноклассники 59%, замыкая тройку лидеров Фейсбук и 53%. Мобильные сервисы развиваются очень активно, но пока в Донской столице мало распространены соцсети так называемого джентльменского набора для продвинутых юзеров. Это Twitter, Instagram и Foursquare. Сегодня возвращался домой, был одет по форме, и проходящий мимо мальчик отдал воинское приветствие. Новое поколение, еще не все потеряно. Вано, послушай, очень плохо слышно. Зачем так долго трубка не бралась? Ты выслушай меня, скажу, как вышло. Пока совсем не разорвался связь. Вагон, который вы сюда послали, он весь кончился еще позавчера, по-моему. На рынке место мне не продавали. Но я продал из заднего двора. Человек-змея и по совместительству личный тренер Мадонны едет в Ростов. Мухтар Гусенгаджиев обучал звезд Голливуда и богатейших бизнесменов. После его мастер-классов люди кардинально меняли жизнь. Открывали ресторан, бросали надоевшую работу. Мухтар считает, что не существует преград для человека, который идет к своей цели. Он преподает уроки гибкости ума и тела, здоровья, пробуждает в людях все их дремлющие способности и таланты. Купила на 23 февраля своему парню носки, гель для душа и пену для бритья. Подарю завтра, посмотрю на реакцию, а потом вручу PlayStation 4. Илья Авербух привезет ледовое шоу. 7 марта фигурист представит в Ростове свое юбилейное шоу. Илья подготовил для зрителей множество подарков и сюрпризов. Я хочу, чтобы каждое мое новое шоу отличалось от всех предыдущих. Из года в год мы вновь и вновь стараемся удивлять зрителей чем-то новым. Ищем новые идеи, используем новые решения сценографии, современные технические средства и спецэффекты. В каждом нашем шоу принимают участие звезды мировой величины, выступления которых ценители фигурного катания всегда с нетерпением ждут, заявил фигурист. После Олимпиады все устанут от ледовых шоу. Успех возможен, но маловероятен. Чем живет город, знаменитые не очень персоны, новости, всколыхнувшие интернет, комментарии ростовчан. Узнаем ровно через неделю, встречаемся на том же месте, до скорого!